Ну, я приветствую самого себя внутри Майнкрафта, где так приятно находиться. Значит, вот вы меня застали на крыше небоскреба. Вот я тут уже присобачил табличку, значит, на предмет направления. Там как раз вылезало солнце, ну вот я решил это зафиксировать. Ну, как всегда, ночь. А я уже узнал, что можно там как-то заколдовываться на... О, в принципе, если вот разбежаться, можно было бы до воды допрыгнуть. Но, честно, я не знаю, рисковать. Рисковать не буду, ребятки. Так что сейчас пойдем вниз. Вон там видно мой особняк, где крестик. Вот. Все, мои дороги проложены. Все видно. В общем, это все выше туч. Вон там тучи идут. Все, пошли, спускаюсь. И сейчас, что, я уже это делал. Сейчас хочу в очередной раз приготовиться к отключению мирного режима. Ну, значит, посмотрите, подожди, дай посмотрим. А, да, доспехи у меня все на месте. Что-то они немножко подрастраченные, но, видимо, это меня тогда покоцали. Вот эти вот совы. Или вот эти некоторые, да, короче говоря, совиные монстры, которые преследуют, как мне объяснили, только когда ты не спишь. В общем, ночью надо спать. Это безусловно, ребятки. Я вам даю гарантию. Надо спать и в Майнкрафте, и в реальной жизни тоже. Поэтому... А, вот это вот у меня строчка, да, я понял. Да. Так, и строка опыта, то есть я это примерно понимаю. Я не понимаю вот этого штуки какой-то такой, как бы, иррациональный, да, с вот с этим, с опытом. Что вот значит выпадающий опыт, почему он выпадает иногда больше, иногда меньше. В общем, пошли на вагонетку и поедем. Сейчас мы с тобой на... в нашу крепость. Вот где-то здесь вагонетка должна стоять. Где она у меня тут? Где-то я туда и доезжал. Где-то она должна стоять. Думаю, что... Ну-ка. Интересно весьма. А, наверное, чуть дальше. Я думаю, что может она вот здесь стоит. Нет, здесь ее не стоит. Значит, может она сюда улетела. А, вон она. Ну, слава богу. Так, мы сели и поехали. Сейчас мы прибудем под нашу крепость. Под крепость. Ну, там будут таблички, будут там, так сказать, такое помещение, которое я проделывал, когда там у меня стояли сундуки. Сейчас я все сундуки перенес в, короче говоря, на свою крепость, на свою колдовскую площадку. Вот там вот у меня скелет корабля, ну, затонувший корабль, короче говоря. Так, мне еще сообщили, ребята, что должен быть еще ведьмин домик на болотах. Ну, короче, надо будет, ребята, серьезно. Потому что у меня целое метро, видишь, все подземные коммуникации. Надо будет, ребята, серьезно поработать. Ведьмин домик найти на болотах, саму ведьму. Так, вот здесь, я так понимаю, нам надо выгружаться. Стоп. Так, вагонетка, которая укатилась, давай мы ее... Так, немножко подгоним. Стой, 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 собака. Так, все, рельсы сохранные. Теперь бежим назад. Здесь не падаем. И вот мы ее здесь с тобой поставим, вагонетку, чтобы она уже здесь и стояла. И пошли, поднимаемся. Вот здесь вот так поднялись. Так, вот здесь немножко вот так. И, по-моему, вот сюда, да. Вот, вот мой замок, видишь. Еще раз привет. Тебе, Максим. И спасибо за то, что ты мне подсказал, как сделать вот эту вот дорогую люстру. Она, видишь, там забор прилеплен, и к ним, к забору светокамень. Вот. Здесь у меня все выстлано березовой доской. Сам видишь витражи, дорогой потолок. Все это вот так вот перед тобой хвастаюсь. Это все я собственноручно все это своял.
Так, здесь я, кстати, закончил более-менее свой древнегреческий храм, только надо вот крышу будет, конечно, сделать. Такую теремную, я думаю, к этому, ко всему. Но здесь вот... Оп, стоп, 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 вылезай. Зачерпнули тут маленько воды, надо будет воду сюда вернуть. Так, ну пошли. Значит, что тут у нас? Я думаю, пострижем овец, что ли? Давай пострижем. Так, неплохо было бы, конечно, туда внутрь залезть. Ну ладно. Так, идите сюда. Не знаю, зачем мне столько шерсти, но... Так, так, так. Давайте, 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 ребята. Стрижемся. Стрижемся качественно. Так, ну при случае, если сюда зайду, то... Так, уйдите отсюда. Так. Среди них лучше побродить и вот так вот все это решить вопрос. Они же по два раза их можно, два урожая с них снимать. Так что тут все мною уже выяснено. Видишь, они обрастают заново. Сколько уже шерсти я набрал? 60 штук уже. Нормально. Так, ну и я думаю, что какое-то количество... А, полный у меня инвентарь. Так. Хорошо. Все, сейчас будем делать уборку в следующем видео. Сейчас я подойду. Где у меня тут ресурсы? Где у меня шерсть? Шерсть, по-моему, у меня в шкатулке. Да, вот она шерсть. Так, так. Два раза 64. Ну, полно у меня белой шерсти. Это что, тоже белая шерсть? Хорошо.